Здравствуйте! Вы на канале Шмагля Резидент Алинас Хоум Гарден. Сегодня я хочу сделать видео о моих подарочках, так как страна, в которой мы живем, в воскресенье будет праздновать День Матери. И на данный момент в магазинах и так много всего, всяких цветов продается, но вот к Дню Матери это вообще такое изобилие, что не передать. И вот с этой недели, с 8 мая, я уже начала получать подарки к Дню Матери от моего любимого мужа. Во вторник, 8 марта, он мне подарил вот такие два куста пион. Вот таких я их уже посадила. Даже забыла снять видео. Быстренько я их посадила. Они уже в бутонах. На одном 4, а на одном 3 бутоны. Сейчас я вам покажу, какие они. Читать не буду, заходите сами, почитаете. Вот такой красный. Я их, конечно же, подписала. Пион. И вот такой розовый. Пион. Так что в моем саду в этом году, кроме двух моих, которые я покупала первый сезон, когда мы купили дом, будут цвести 2 куста. Вот еще 2 кустика будут цвести. И еще мне мой муж подарил 2 вот таких кашпо больших и 7 кустов роз. Вот такие розы. Я их уже подписала, так как уже приготовилась их садить. Но тут вспомнила, что надо снять видео. Вот уже вот эти лейби стоят уже в них. Сейчас буду начинать их садить. А, и еще получила я вот 3 такие шпалерки для клематисов. Тоже 8 числа, вот 3 там. Мой сад так и продолжает цвести. Тюльпаны продолжают меня радовать. Сегодня 11 мая. Но тюльпаны мои уже меня радуют с 25 апреля. Ранние тюльпаны у меня начали цвести. Сейчас я немножко пробегусь, покажу тюльпаны, которые вы еще не видели, я их не показывала. Розочки мои прямо в буйстве своей красоты. Те, которые мне нужно посадить еще. Вот, посмотрите, здесь какая красота. Это самый последний вот уже к дороге. На газон не обращайте внимания, газон у нас руки еще не дошли. Газоном будет заниматься у нас муж. Вот такие очень красивые, такие бордово-желтые, что ли. А это красно-желтые. Очень красивые тюльпаны. И я такая довольная, что продолжают они мне так долго цвести, радовать. Нарциссы уже отцветают. Ну, там еще поздние у нас есть немножко нарциссов. А вот еще вот такой тюльпан. Вот. Вот здесь еще не расцвели, даже еще будут цвести. Беленький такой. И вот смотрите, как пионы, такие красивые, вот, розочка, пионы, называйте как хотите, но очень красивые тоже.
круговой. Вот здесь позже расцвели нарциссы, и здесь они еще цветут. Сейчас покажу вам розы, которые, ну, сорта роз. Два сорта получились такие, какие у меня уже есть. Ну, что ж поделаешь. Муж покупал, он не помнит, какие у меня есть, а каких у меня нету. Ну, я как бы не против. У меня еще задний двор не оформленный. И туда я тоже планирую, там тоже планирую сделать розарий. Начну, значит, делать там розарий. Вот так. Айсберг флорибонда у меня уже есть такая роза. И такая у меня уже есть. Это вьющаяся роза. Я не буду читать по сортам. Я покажу быстренько картиночки. А сорта можете сами почитать. Еще вот такая у меня. Это тоже вьющийся. У меня уже будут 4, так как муж мне тоже 2 подарил вьющийся. 4 куста у меня будут вьющиеся розы, но 2 одинаковые. Вот такая розочка. И еще раз покажу вам мои 7 кустиков роз. Сейчас пойду садить их. Надо высаживать. И вот на такой ноте тюльпанов я хочу закончить свое видео. Хочу пожелать вам теплого лета, урожайной осени, благословений вам и мира нашим домам.